«Не желай жены ближнего своего» — одна из библейских заповедей. Да, кстати, про чужого мужа там ни слова. Ребята, всем здорово, мудак в поварском колпаке на связи. Фу, ты за это комментарий читай, мне просто комплименты пишут, блин, я это просто в башке запомнил. Ребята, всем здорово, Саныч на связи, вот так будет правильно, да? Чаечка моя, а тебя не смущает тот факт, что, ну, я не силен, как бы вот сразу говорю, ну, знают, кто меня давно знает, они знают, да, что я вот в этих все там библейских делах, я вот особо там не силен, и туда не лезу, потому что это не моя стихия, да? Но даже я понимаю, что здесь... А женщине в области той книги, да даже не сказано, да, то есть конкретно про мужчину, то есть не вожелай жены ближнего своего, а про женщину даже не упоминается там, то есть ее там по факту априори нету, да, как бы, она даже желать ничего не может, потому что ее там нету ни хрена, как бы, я ничего не утверждаю, но тем не менее это факт, ребята, сами делайте выводы.